Сегодня на третьей станции Лиздорской дороги открыли реконструированный памятник жертвам нацизма. Именно здесь было сожжено около 25 тысяч советских граждан, большей частью которых были евреи. На открытии присутствовали узники гетто, ветераны, представители общественности, школьники и родственники погибших. Слышал крики раненых, слышал падение тел. Но все это так сумбурно, что так сразу трудно передать. Когда я оглянулся, я видел, что остальные склады уже пылают. И ветер, огонь, значит, бушевал. Это сгорали живые люди. Так немецкие изверги предваряли в жизнь свою, значит, предваряли в жизнь свое решение об окончательном решении еврейского вопроса, то есть об уничтожении всего еврейства. Мы верили, мы, понимаете, знали, что мы должны защитить свою родину от фашистов. И мы ее защищали. Теперь хочется, чтобы на этих местах, где прошла эта жестокая, суровая война, очень хочется, были памятники, чтобы люди подходили к памятникам, отдавали дань. Эти люди умерли, потому что не люди хотели, чтобы людей здесь не было. Самое важное в жизни – это память. Есть история. История, она существует, люди ее знают. Память – это мое отношение к этой истории. Память – это я в этой истории.